Всем привет, меня зовут Хованский Вилен. Ну что ж, подоспели очередные результаты одного из моих студентов, которые мы сейчас посмотрим и разберем. Погнали! Первая фраза у нас выглядит так. Так, что у нас здесь такое? Начинаем мы с рейка, причем за такта, вибрато, дальше мертвая нота, бенд-возврат, дальше бенд с небольшим красивым релизом. Бенд с вибрато очень таким мелкоамплитудным. И дальше все мы ноты отделяем друг от друга. Медиатором. Слайд. Вибрато. Вторая фраза. Что у нас здесь? Опять же, рейк. Триольный бенд-возврат. Бенд, возвращаем назад, здесь, в общем-то, ничего сложного нет, а здесь вибрато лучше, наверное, сделать рычагом. Это следующая фраза. Значит, что здесь происходит? Вот эти ноты мы медиатором отделяем друг от друга. Дальше, вот эту ноту мы делаем как бы с такого... Мы сначала опускаем рычаг немножко в тишине, и потом вытаскиваем ноту из глубины. Дальше вибрато, можем сделать пальцем или рычагом. Еще раз. Дальше. Значит, здесь, в общем-то, в принципе, тоже ничего сложного. Вот эти две ноты, опять же, отделяем друг от друга медиатором. Делаем очень-очень медленный бенд. С вибрато. И последняя фраза. Значит, здесь мы... Играем легато с предварительным рейком. Легат. И переходим в эту ноту. Ну и дальше, в принципе, объяснять нечего. Тут довольно все просто. Вот и все. Ну а я с вами на этом ненадолго попрощаюсь. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Кому нужно, приходите на уроки. Всем пока!